Приветствую вас, Артём. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь то, что девушка ведет себя вот так, как ведет, связано с характером вашего общения. То есть если изначально ваше общение выстраивалось так, что вы, например, все время первый проявлял инициативу, то ничего удивительного, что девочка сама ее не проявляет. Это первое. Второе. Это поверхностность контакта. То есть, если вы, соприкасаетесь друг с другом достаточно малым количеством сторон. То есть я имею в виду, если вы, если ваше взаимодействие достаточно ограничено. Вот. Например, вы общаетесь или обсуждаете только какие-то поверхностные моменты, вот. При том, что вас ничего особо больше не связывает, ну вообще, вот. И в этом случае девушка, конечно, может думать, что вы, не на долгое время с ней. То есть девушка может думать, что вот вы пообщаетесь с ней, что вам от нее нужен, например, только секс или только провести время, вот как-то, и все. Этим она не воспринимает вас всерьез. Вот. Опять же, связано это с тем, что у вас мало общего. Вот. Вы говорите, что там познакомились, значит, с девушкой, да, а как вы познакомились с ней? Ну, то есть, каким образом вы с ней познакомились? Вот. На мой взгляд, это важно ведь, потому что общего между вами хотя бы на вот таком минимальном уровне должно быть, чтобы общение складывалось, вот. Следующий момент, который можно обратить ваше внимание, это момент, связанный с тем, например, что вы в целом человек, который не уверен в себе, человек, который склонны, может быть, вы к тому, чтобы к себе относиться несколько обесценивающе, то есть, обесценивать себя вы, склонны можете, вот, и ситуация для вас может быть это стрессовой, вот, поэтому если у вас есть какие-то страхи относительно, например, себя, да, вот, или страхи относительно там той же девушки, допустим, вообще девушки не этой конкретно, а любой, вот, то это можно исследовать, вот. То есть, мне кажется, мне видится,
так, что вы выстраиваете общение с человеком слишком, я бы сказал, ну, искусственно, что ли. Это именно вот искусственно. Вот. Вы это делаете. Вероятно. Вероятно. Я не знаю наверняка. Вот. Поэтому тут вот момент тоже нужно поисследовать, на мой взгляд. То есть в целом, что вы транслируете девушке? Какую мысль вы пытаетесь там до нее донести, к примеру, вот. И касаетесь ли вы, например, в контакте с ней, той стороны себя, вот, той стороны себя, которая вас наилучшим образом раскрывает, которая, ну, вот как-то могла бы, там, например, вдохновлять вас, допустим. Вот. Подумайте об этом, потому что мне кажется, что вот, ну, неестественно вы с девушкой взаимодействуете, вот, а она этого не может не чувствовать, ну, это невозможно, не чувствовать подобные вещи, тем более женщина, как бы, интуиция у них работает хорошо, вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.